Семья, горы, мотоспорт, автотюнинг и, конечно же, музыка. Посмотрим, что еще интересует Фирдавса Холназарова. Сегодня красотками ты окружен. Если падешь, будешь ты побежден. Все бросят тебя, будешь ты потрясен. У этого парня какая-то вот энергетика, что он умеет доносить. Он в своих песнях говорит очень красиво, в своих песнях. У него красивый тембр голоса. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Мне очень понравилось мое выступление в первом туре. Я и хотел именно спеть эту песню про родителей. Я еще не встретился со своими родителями, потому что они еще в Казани. И жду этого момента, чтобы обнять маму и папу. Жду очень. В Таджикистане вышел новый фильм «Наставник». «Один на миллион». И я спел в саундтреке этого фильма. Я решил спеть эту песню в полуфинале. А вдохновление, радость моих детей. Когда я прихожу с работы домой, например, 2-3 часа ночи, они меня ждут, они не спят. А я прихожу, они «папа, папа», все ко мне бегут. Я вдохновляюсь, когда ездил на своем байке, мотоцикле, это мой железный конь, просто адреналин. Я же занимался автомобильным тюнингом, когда работал мастером. Все равно у меня было в сердце творчество. Красил машины, делал спойлеры, и всегда у меня в гараже стояли колонки, висели гитары. Найду время, посижу, поиграю гитару, попою песни. Даже сейчас вот без музыки я свою жизнь сейчас не представляю. Это моя жизнь. Привет, Central Asia's Got Talent! От лица мотоклуба «Ирбис Таджикистан» хотим пожелать удачи нашему мотобрату. Фирдавс, вперед! Ребят, спасибо за поздравления. Очень рад. Не ожидал, честно. Это для меня, ну, не знаю. Спасибо всем, ребята. Он готов снова покорить нас своей искренностью. Фирдавс Холназаров, Таджикистан. Кем ты создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром? Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин. Быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь, что сотворили чудо, в тебя поверить мог. Хранитель ангел твой за твоей спиной. Если примешь бой, даримой судьбой, вера до силы идти вслед за мечтой. Поднимаясь вверх или по лезвию ножа, к
как мне оступиться, слушай биение сердца. На пути препятствий подними глаза. Если увидишь свет, значит, победа уже близка. Вслед за тобой, хранитель ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой, ощущения после выступления? Очень рад. Для меня огромная честь стоять на этой сцене. Я очень рад. Мне понравилось ваше выступление. Единственное, были моменты, когда вот вы не дотягивали, вот эту вот боль надо было передать. Почему-то вы сдерживались. А в общем, у вас очень красивое исполнение, и я поздравляю вас с дебютом этой песни. Спасибо. Да, я вот полностью согласен с Сатурой. Такое было ощущение, как будто тебе подвязали крылья. Ты должен был вот-вот взлететь, но почему-то вот прям нету вот этого вот полета. Песня очень шикарная. Я понимаю, Восток, ментал, мы такие, мы мужчины собраны, такие, что там пытаться. Я же вижу по тому, что ты такой брутальный парень. Но! Брутальность здесь должна быть. Вот. Петь надо сердцем. У тебя все впереди, у тебя есть потенциал. Я скажу по поводу непосредственно именно того, что я сегодня увидел на сцене, и мне понравилось. Я надеюсь, что зрители сегодня, Фирдавс, оценят твое выступление по достоинству. Видно было, как ты хотел, как ты вложил душу в исполнение.